Ой, эти дикие эксперименты над собой, как я их когда-нибудь освою или нет. Короче, я нарядилась в выкройку. У меня такая особенность, что у меня вот эта плавающая талия, она у меня... Вот если я завязываю жгут, она всегда у меня высоко. За счет того, что у меня, короче, есть брюхо, да? Это вот пузо выступающее, все у меня тянет вот сюда. За счет этого получается короткий торс. И вот как бы, ну, можно это в плюс перевести, можно сделать длинные ноги, если пропорцию вот здесь оставить. Но когда шьешь вот такие изделия, типа курток, то очень неудобно. Ну и, в общем, смотрите, я сейчас пытаюсь верить своим глазам. Значит, вот я вот эту ленту завязала и четко по ней, ну, подложила мою линию на чертеже, да. Вот я как бы я закрыла выточку, ну, приблизительно. Вот я попадаю. Нифига не попадаю. Так, высота груди. 27. Где-то вот тут должна быть у меня. Так, сейчас не вижу. Ну, короче, сейчас у меня задача проверить вот эти две. Как же показать там, господи, вот эти две линии. Не сильно ли я размахнула плечо? Не видно. Вот. Видите? Когда я на чертеже, мне кажется, что я очень высоко. Ну, в общем, вот это, в принципе, попадает. А вот здесь я с дуру сантиметр добавила на свободу облегания. Как же показать-то это вам? В телефоне неудобно. Короче, вот так. Вот здесь я сантиметр добавила. У меня длина педа до талии 44, я сделала 45. Наверное, зря. Теперь смотрите дальше. Вот эта линия, в принципе, ложится. При том, что я закрою выточку, это вот здесь прилегание получается. Это пока чертеж отлета. Вот здесь я вижу, что я, если я поправляю талию, то у меня вот здесь еремная впадина, я высоко нарисовала. Мне нужно будет вот сюда ее увести. И что получается? Получается, что ширина у меня вроде бы как нормал. Здесь все нормально. Но вот это вот сразу закладывается складка. Видите, она как бы, я ее не рисовала, но она прям просится сюда. И у меня прям есть соблазн взять и по вот этой вот подсказке откорректировать выкройку. То есть вот это вот достроить так. Я просто эту складку вот так заложу. И когда мне будет нужно, я под... сейчас чертеж буду подрисовывать и буду про это помнить, про вот это место, да. Так, значит, что я хочу? Я сейчас вот эту линию видоизменю, вот эту. И я буду еремную впадину, то есть вот ширина размаха или тут шеи я оставляю. Плечо 11 у меня, я его оставляю. Откорректирую вот этот дебильный угол, вот так выведу, и буду иметь в виду, что смотреть на, блин, на расположение вот этого шва. Ну, в принципе, понятно, что мне придется, где тут, господи, показать-то вам, убирать пройму, это как бы белевой вариант проймы, то есть узкая, мне нужно будет ниже, да, сделать, то есть вот этот момент я буду иметь в виду. И сейчас... я вот эту выточку хотела же переводить вот сюда куда-то. То есть я еще поиграю при моделировании вот с этой выточкой. Разрежу и попробую, может, она сюда уляжется. В общем, сейчас я вот это вот вырежу здесь по-другому, вот эту линию. Видите, она мне упирается в шею, мне нужно ее подрезать. Вот здесь немножко отрежу. Вот. И буду помнить про эту складку. А теперь поиграемся с... вот он мой для косухи этот, как он называется. Ну, короче, представим, что я его расстегнула замок. Так, вот, видите, он высоко получился у меня, да? Высоко. Но если я сейчас вот эту вот вырежу, он будет весь ниже, он будет где-то вот так. Может быть, мне его захочется пошире раскидать. Ну, пошире. Как неудобно снимать. Допустим, пошире. Вот. Но что еще?
Задача это видеть, у меня две задачи. Во-первых, вот эта линия должна с каким-то рельефом совпасть. То есть для этого нужно ширины добавлять вот сюда, чтобы хотя бы рельеф проходил не вот здесь узко, да, вот так, где-то в районе центра груди, ну вот, по центру где-то вот груди. Это раз. А второе, у меня мало кожи. Основная проблема, у меня всего две шкурки, и для меня лишний размах. Это же еще подборт надо кроить. Один, второй, две полочки и спинку, два рукава. А кожи у меня мало. И поэтому я тоже об этом сразу думаю. Но сейчас задача пока догнать до себя, до своего облегания выкройку. В общем, видите, сколько моментов. Я вот сейчас ее вот так надела странным образом. И вижу, что какие хорошие подсказки. Потом я, скорее всего, удлиню себе вот тут вот. Ну, сделаю какой-нибудь фигурный, может быть, спереди и сзади. Но это уже именно вопрос красоты. А сейчас нужно посадку отгадать. Боже, боже мой, как неудобно. Ну, ладно. В общем, я показала, да? Задача моя сейчас идти вот это место убирать. Все, я пошла, выключаюсь.